Конечно. Берег вот у нас отсыпает чуйма. В одном месте как раз поворот, где у дороги. Там было в советское время заделана дорога, засыпана очень, ну, серьезно. Какая улица? Нижняя. Нижняя. Вот эти подрядчики, которые сейчас делали работы, да, обсыпали берег, они вычерпали все это. Вывозили там недели две, наверное, все. То, что было раньше засыпано. Конкретно укрепленный берег. Все это вычерпали. И так все и бросили. Засыпали чуть-чуть сверху, маленечко присыпали. И берег еще отвалили, к дороге приблизили вообще на 3 метра. Я понял, что вы говорите. Значит, смотрите, подрядчик по берегоукреплению заканчивал уже когда? В ноябре, морозы. Сейчас начнется весна, оттает, они продолжат в рамках гарантийных обязательств. Они доделают, и еще у них восстановление дорожного полотна. Сейчас играние Польши сыграет весной, посмотрим, что там это самое, и они приедут, они все это устранят, они сделают. Так а зачем они вывозили тогда? Они вот всю зиму, они здесь зимой были. Всю зиму возили камень туда-сюда. Один и тот же камень перевозили с одного места на другой. Какой-то народ смеется, ходит. Они черпают оттуда, перевозят сюда. Давайте так, честно сказать, я сейчас не готов на этот вопрос вам ответить. Для чего они с одного места в другое, с другого в первое место перевозили? Все это выясним. Давай заведем информацию.